Привет всем! Хочу вам продемонстрировать очередное изобретение наших друзей из Азии под названием китайцы. Вот они изобрели вот такие кроссовки. С виду обычные китайские кроссовки. Называются они Airoll какой-то непонятный. Вот. Но дизайн напоминает каких-то известных брендов. Ну, давайте посмотрим, что они изобрели. Эти кроссовки стоят $3.5 в Китае. Вот. Переправляют они их к нам в Россию, в бутики. Вот. В чем заключается весь секрет? Секрет заключается вот в чем. Мы берем ножнички и потихонечку отрезаем вот эту эмблемку, и что мы получаем? Тут даже они сделали такие штучки специально, чтобы легко было это оторвать. Опа! И теперь у нас кроссовки из новой серии Adidas Fashion за всего лишь $4. И там 3,80 где-то так вот стоит. Хочу заметить то, что такие кроссовки в магазинах Москвы, например, стоят $200. Всего лишь две маленькие штучки для того, чтобы перевести данный вид товара на территорию Российской Федерации под названием Airoll, получается Adidas. Вот так вот, такие изобретательные китайцы.